Им нельзя говорить много о своей работе. По долгу службы на их плечах лежит ответственность за безопасность всей страны. Раз в год в наш город приезжают силовики из различных подразделений Приволжского федерального округа, чтобы почтить память своего коллеги, капитана Александра Майорова. На этих соревнованиях спортсмены не гонятся за медалями и первыми местами на пьедестале почета. Участие в турнире – это дань памяти и дело чести. Мы, как граждане своей страны, должны заботиться о безопасности своего отечества. С другой стороны, конечно, это воспитание настоящего мужского начала. Пример как раз Александр, так сказать, в борьбе с терроризмом на Кавказе, как раз тот самый лучший пример, так сказать, он тоже воспитывал и закалял свой дух. Саровчанин, сотрудник регионального отдела специального назначения ОФСБ России Александр Майоров, героически погиб в 2001 году при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Он был кавалером Ордена Мужества и награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Александр был воспитанником Саровской спортивной школы и имел звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Люди помнят об Александре. Вот. И пока мы помним о нем, ну вообще о тех людях, которые защищали Родину, которые погибли при исполнении. Вот. Пока мы об этом помним, это хорошо. Наш город принимает этот турнир в 15-й раз. В этом году в нем приняли участие команды из Нижнего Новгорода, Пензы, Выксы, представители Академии самбо города Кстова, Федерации рукопашного боя города Сарова. Всего 8 команд и 58 человек. Среди них 10 мастеров спорта, остальные – кандидаты в мастера, либо спортсмены, имеющие первый разряд. Турнир памяти Александра Майорова проводится с 2003 года и с 2009 получил статус чемпионата. Это не только работает на внешний имидж города, потому что, конечно, очень много славных страниц истории, связаны и с духовностью, и с ядерным щитом, но сегодня пишется каждый день новая история. Победитель турнира определялся в каждой весовой категории. После старта соревновательного дня спортсмены встретились в отборочных поединках. Те, кто показали лучшие результаты на этом этапе, получили путевки в полуфиналы. Судьба первых мест на пьедестале почета решилась в финальных схватках, где на татами вышли те, кому на этих соревнованиях не было равных в рукопашном бое. Своим участием они отдают память Александру Майорову. И популяризация данного вида спорта показывает хороший пример для молодежи, для патриотического воспитания. По итогам турнира определились победители и призеры. Лучшие спортсмены этих соревнований также получили призы от спонсоров. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.